В преддверии столетнего юбилея экспертно-криминалистического подразделения МВД полицейские рассказали о своей работе, о том, как извлекают следы преступления или того больше запахи, которые в дальнейшем могут помочь уловить след собакам-детектором, рассказали криминалисты. Запахи, к примеру, можно извлечь из орудия преступления только в лаборатории. Предмет помещает в емкость, в крышке которой есть специальная ткань, которая в дальнейшем и должна пропитаться запахом. Ее поливает азот, и все это помещает в духовой шкаф. Через несколько часов ткань готова для дальнейшего использования. С образцом начинает работать уже собака-детектор. Кстати, по словам экспертов, к этой службе подойдет любая собака. Предпочтений как таковым породам совершенно нет. Любые породы у нас, как видите, работают и овчарки, и шелти, и лайки есть. Работаем и с дрессировкой, постоянная корректировка собак и проведение самих экспертиз. Воспитанием подопечных полицейские занимаются чуть не с самого их рождения. В числе ежедневных тренировок отыскать, к примеру, ту самую сумку или емкость, в которой лежит нужный образец. Сейчас на службе у полицейских 13 собак, и среди них не только породистые псы. Кстати, самый опытный нюхач, обычный дворняга, это первый пес в подразделении, работает уже 11 лет. За последний год собаки-детекторы провели порядка 250 обнюхиваний запаховых следов. В 45 случаях только благодаря хвостатым сотрудники смогли раскрыть преступление.